Всем зрителям, подписчикам привет. Приехали на монтаж душа. Душ будет с раздевалкой, с тамбуром и с парником. То есть длина 2, ширина метр. Пока разложились, приступаем к сборке. Каркас поставили, обшили его поликом, закрепили к основанию. Нанизали полик на дверь, установили бак. Сейчас идет сборка трапика, обшивка двери. И затем все остальные девайсы. Шторка, коврик, мыльница, полотенница. Завершился монтаж. Напоминаю, строили сегодня душ 2-метровой длины с раздевалкой, с парником, с баком на 250, со шторкой. Бак с подогревом, с душевым набором. Такая леечка отличная. С мыльницей, с полотенцем. С полотенцесушителем, с крючками. Каркас сделан из трубы 20 на 20, также есть 20 на 40. Труба покрашена полимерным порошком способом, цвет шоколад. Полик равно 4 мм, матовый, белый. Все торцы защищены торцевым профилем, сверху прозрачный, чтобы лучше нагревался бак от солнца. Парник прозрачный. Вот такой отличный душ у нас получился. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!